Приветствую вас. Вопрос про друзей и про то, что эти друзья начинают ставить своих вторых половинок выше друзей, и, соответственно, из-за этого автор вопроса, очевидно, чувствует себя одиноко. Вот, автор вопроса отчислилась с университета, поняла, что выбранная специальность не ее, но пока не нашла, какую другую профессию заниматься. Смотрите. Да, все в целом так, вот так, как вы говорите, вот, по поводу того, что, ну, действительно, может быть, не слишком хорошо ставить вторую половинку выше, чем друзья, но... здесь есть такая деталь, что это страсть, это эмоции, это влюбленность, и люди часто теряют голову, и, в общем-то, кажется, что друзья никуда не денутся, а вот, значит, как-то вот люди другие, да, они, ну, типа, партнер, он может уйти. Вот. Чуть позже, когда эффект навесной проходит, то очень часто бывает так, что все возвращается на круги своя, поэтому я думаю, что здесь, в принципе, можно немножко подождать и как-то, ну, в целом, ситуация может улучшиться, то есть в целом ситуация может стать лучше. Ну вот, конечно, не факт, то есть, ну, не обязательно совершенно. Вот, что там, допустим, подруга вернется, да? Вот, то есть, это, ну, понятно, что, ну, что гарантии никто не даст. Это очевидно, на мой взгляд, по крайней мере, это очевидно. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что вот очень часто бывает, очень часто так бывает. Очень часто так происходит, очень часто так случается. Вот. А в чем, мне кажется, ваша основная здесь проблема? Она заключается в том, как мне кажется, что вы вот, ну, как-то не нашли себя, да, вот вы, ну, не можете найти себя. Вот, вы как-то, ну, не знаю, цепляетесь за людей. Вот. И, по сути, это что, вы, ну, не заводите никаких новых знакомств, по большому счету. Вот, то есть вы не движетесь вперед в этом смысле. Вот. И надо сказать, ну, не то, чтобы вы должны это делать. Конечно. Вот. То есть, ну, типа, ну, не хочется, если вам, например, так зачем себя заставлять, да? Вот. Вот. Но, тем не менее, на мой взгляд, вы, если от чего-то и страдаете, да, вот, то вы страдаете именно от нереализованности своей. Вот. А вы страдаете от, значит, ну, каких-то определенных таких своих трудностей, вот, и неуверенности, вот, определенных страхов, может быть, мнительности какой-то. Вот. Может быть, ощущение какой-то тоже такой
ну, такой, знаете, неполноценности, как будто бы, да, то есть тут такая ситуация тоже, в принципе, возможно, вполне. Ну, вот. Поэтому эти моменты, да, нужно вот, ну, преследовать обязательно. Вот. Потому что если что-то такое есть у вас, да, вот, то, конечно, само по себе это не пройдет, да, само по себе это не исчезнет, вот, и, в общем-то, будет вам, ну, продолжать мешать. Вот. И, соответственно, вы вряд ли там сможете, да, как-то вот, ну, чувствовать себя полноценно в этой, ну, связи, да, в этой ситуации. Вот, и нужно здесь все-таки, как мне кажется, больше внимания это стараться уделять именно себе, да, вот то, что вы, ну, ностальгируете по каким-то временам, да, это говорит о том, что вы вот в этом смысле смотрите больше назад, да, то есть вы смотрите больше в перспективу дальнюю, в перспективу прошлого, вот, нежели чем в перспективу настоящего и будущего. Вот. Если в перспективе будущего действительно есть некая неопределенность и то, что мы можем фактически это просто придавать какое-то направление, да, вот, тому, что мы делаем именно в контексте прошлого, вот, то если мы говорим о настоящем, то вот настоящее, ну, в общем и целом, на мой взгляд, довольно-таки хорошо зависит от нас, да, зависит от того, как мы обращаемся со своими переживаниями, своими эмоциями, вот, что мы делаем с ними и так далее. Вот. И вот то, что вы непосредственно здесь и сейчас относитесь к себе несколько вот пренебрежительно, да, ставя себя, свою ценность в зависимости от того, ну, кто с кем общается, например, да, вот, кто с кем взаимодействует, кто кому внимание уделяет и прочее, вот, то это, конечно, делает вас очень-очень уязвимой, и, на мой взгляд, эта уязвимость абсолютно и совершенно ничем не оправдана. А вот, я думаю, по крайней мере, моя гипотеза еще заключается в том, что вы, ну, сравниваете себя, значит, ну, вот, другими людьми, то есть своими подругами, например, вот, вы сравниваете себя с ними. И, на мой взгляд, это точно, ну, как-то вот не дает вам ничего позитивного, вот, потому что, в принципе, ничего позитивного это вам принести не может, именно из-за того, что всегда вы будете в той или иной степени, да, проигрывать. Вот, потому что, ну, сравнение, да, оно, сравнивая себя, значит, с кем-то, ну, вот, вы никогда не будете выигрыш. Вот, это, к сожалению, факт, и факт, ну, довольно-таки такой
ну, довольно-таки серьезный и довольно-таки понятный, хочется верить. Вот. Поэтому тут нужно развивать именно ваши собственные приоритеты, ваши собственные интересы, ваши собственные задачи, вот, для того, чтобы действительно снижать как-то вот уровень зависимости от окружающих людей. Вот. И чтобы все-таки не зависеть так сильно, да, от значит, того, вот, кто готов и хочет, там, к примеру, да, ну, плюс-минус, вот, проводить с вами время, вот, а кто не хочет проводить с вами время, потому что, ну, вы же не будете, да, вот, все время, там, смотреть на этих, вот, ну, на этих людей, да, то есть, я думаю, что это не совсем правильно, это нехорошо, я думаю, что это вас обесценивает, я думаю, что вас это вот в какой-то степени принижает, да, вот, и, на мой взгляд, вы, конечно же, достойны большего, и вы достойны того, чтобы быть самостоятельным, полноценным участником тех отношений, вот, который, ну, который вы выстраиваете. Вот. Я думаю, так. Вот. Поэтому сейчас вот ваше внимание, да, оно очень сильно переключилось очень сильно на, или, может быть, всегда оно было переключено, ваше внимание на других людей, вот, на тех, кто рядом с вами, на тех, кто ну, как-то вот составляет вам там компанию, да, примерно, вот. И я думаю, как раз, что вот это больше всего вас, конечно, ну, подкашивает, это сильнее всего вас подкашивает и сильнее всего вас ослабляет. Ну, вот. Соответственно, нужно предпринимать шаги, да, для того, чтобы этих моментов было меньше. Ну, вот, в вашей жизни. Вот. Можно ли, возможно ли это сделать? Да, можно, это психотерапия. Вот. Это вот психотерапевтическая работа. Вот. Значит, я думаю, что довольно быстро вы придете к, ну, к определенному результату здесь. Вот. Конечно, если будете этим заниматься, да, конечно, если будете уделять этому внимание, и если, ну, подойдете к этому вопросу, ну, довольно, достаточно серьезно, скажем так. Вот. То есть понятно, что если вы не готовы заниматься психотерапией сейчас, например, вот, то совершенно очевидно, что вы будете, ну, вот, в какой-то степени тормозиться. Вот. Тут вот, ну, с этим, как мне кажется, ну, ничего не поделать, вот, потому что без психотерапии, да, тут вот не получится вам оказать помощь,
Вот, потому что, ну, очевидно, что вы привыкли, значит, вот, ну, в каком-то ритме, темпе жить, вот, и у вас есть, на мой взгляд, некая выгода от того, чтобы, ну, вот, в своем текущем, да, положении находиться, даже несмотря на то, что вам это не нравится. Вот, в частности, у меня есть предположение о том, что вы можете избегать просто каких-то аспектов. Вот, например, вот, то, что вы говорите, у вас отношения не сложились, да, вот, с молодым человеком. Ну, понятно, что всех аспектов я не знаю, но есть вероятность, очень часто бывает так, что не складываются как раз отношения тогда, когда человек занимает такую вот избегающую позицию, да, по отношению к, ну, партнеру, например, по отношению к, ну, к взаимодействию к какому-то. Вот, и из-за этого могут не складываться, ну, отношения, вот, с, ну, вот, значит, с партнером. Вот. А вы также боитесь боли, то есть это вот тоже такой момент, то есть если вы, ну, боитесь боли, да, то это говорит о том, что вы как-то, ну, несколько, знаете, не готовы, да, ее, не готовы вы ее проживать, да, боитесь вы ее проживать, вот, а это, в свою очередь, мешает вам, значит, получать опыт, вот, необходимый для дальнейшего развития. Ну, вашего, конечно. Вот. Поэтому тут вот все так взаимосвязано. К сожалению. Вот. Поэтому смотрите сами, брать сами, вот, решайте тоже сами. Вот. Если хотите, мы вам поможем, да, вот, со всем разобраться. Ну, а если нет, да, то, ну, значит, со временем ваша ситуация может скорректироваться сама, но вот сколько времени это займет, это большой вопрос. Всего самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Всего хорошего.